Привет, друзья! Сегодня готовим очень вкусное, воздушное печенье-мазурка. Нам понадобится яйца, сахар, пшеничная мука, сметана, у меня сметана 15%, цукаты, можно взять изюм или орехи, сода и ванилин. В миске соединяем сахар, яйца, ванилин и сметану. Перемешиваем миксером. Добавляем муку и соду. Еще раз перемешиваем. Тесто готово. Добавляем цукаты. И перемешаем. Переливаем в форму. Форма у меня 30 сантиметров в диаметре. Я ее ничем не смазывала, но она у меня антипригарная. Мазурку обычно выпекают в широкой форме, для того, чтобы мазурка была не сильно высокая. Подровняем и отправляем в духовку. Духовку я заранее разогрела до 180 градусов. Время приготовления всегда смотрите по своей духовке. Я включала конвекцию, и через 15 минут мазурка у меня была готова. Сразу горячий ее нарезаем. Давайте я покажу, какая она в разрезе. Вот видите, она пушистая в разрезе получается. И посыпают сахарной пудрой. Вот так она выглядит в готовом виде. Вот такое печенье у меня получилось. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким.